Сделали кардиограмму, обследовали функции дыхательной системы, замерили артериальное давление. И все это не в больнице, а на одном из предприятий города. По проекту «Кардиодесант» УльГЭС посетили врачи из Центра здоровья и провели обследование сотрудников. Хотя есть люди, которые действительно кардинально меняют, да, свой взгляд, свой образ жизни. Да, но вот когда мы напоминаем, так скажем, да, из раза в раз, естественно, движения уже идут чуть больше. Это однозначно, это заметно. И есть люди, которые у нас неоднократно проходили, да, сегодня уже задают, так скажем, поддерживающий вопрос. Вот я делаю вот так, да, подскажите мне, пожалуйста, что я еще должен делать. Да, вот. Проект «Кардиодесант» работает не первый год и уже полюбился работающему населению. В отличие от других групп, школьников, студентов и пенсионеров, трудящиеся не всегда находят время для медосмотров. А в данном случае скрининг проходит прямо на работе. Первоначально специалисты проводят все обследования, а затем терапевт выдает заключение и рекомендации. Практически на рабочем месте, в рабочее время сотрудник имеет возможность пройти такую массу обследований. Некоторые работники даже при выявлении некоторых отклонений от здоровья шли по месту жительства, выявляли у них какие-то серьезные заболевания и вот вовремя спасали людей и вовремя предотвращали какие-то более серьезные заболевания. Стоит отметить, УльГЭС является положительным примером внедрения лучших практик по программе «Здоровое предприятие». За 4 месяца этого года по проекту «Кардиодесант» в Ульяновской области реализовано 100 мероприятий, в которых приняло участие более 2500 человек. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, УПРАВДА ТВ.